Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как назначить браузер по умолчанию Google Chrome. Ну, в принципе, любой сможете назначить, я покажу, где это находится. Вот, нажимаем, значит, параметры. Дальше переходим в приложение. Дальше открыть параметры приложения по умолчанию. Вот сюда. И здесь вот веб-браузер. Вот здесь назначается веб-браузер по умолчанию. Вот мы можем Internet Explorer назначить, Opera. Ну, мне подходит Google Chrome, так как оно и стоит. Пусть оно так и будет. Вот и все, в принципе, больше ничего делать не надо. Таким образом, вы можете назначить любой браузер по умолчанию.